Накануне Дня России волонтеры, участники всероссийской акции, побывали в первой поликлинике, сотрудники которой напряженно работают, оказывая славянцам такие нужные медицинские услуги. Пирог был вручен заведующей первой поликлиникой Антонине Переваловой. Мы желаем вам здоровья и всего самого наилучшего. С наступающим Днем России! Спасибо. 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 А мы благодарим вас за этот пирог, что он получился такой красивый. Для медицинских работников внимание общественности очень дорого. Приятно о том, что нас помнят. Этот пирог, он великолепный, красивый, вкусный, я думаю. Вот. И то, что о нас помнят, заботятся, это очень приятно. Спасибо всем огромное. От имени жителей Славянского района, которые хотели поблагодарить медиков за их труд, волонтеры вручили пирог и сотрудникам детской поликлиники. Мы взяли на себя, скажем так, такую часть акции, когда мы передаем слова благодарности и тот пирог, который испекли жители нашего района, непосредственно медикам, тем людям, которые сейчас находятся на передовой. Мы говорим им огромное спасибо за их такой важный, нелегкий труд. Крепкого здоровья, счастья, радости и удачи желали волонтеры врачам и медицинским сестрам, которые, находясь на своем посту, заботятся о сохранении здоровья славянцев всех возрастов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».